Добрейшее утро вам, друзья. Немножко сменил род деятельности на улицу, как вы уже знаете. И начал, в общем, я утеплять дальше наш дом. Морозы на Алтае уже поднимаются до 20 градусов периодически. А у меня еще конь не валялся на южной стороне дома или северной. Короче, утепляем эту часть. Надо будет сейчас утеплить эту сторону, зайти туда за поворот, вы помните, да? Вот видео, смотрите, что утеплено, что не утеплено. За ближайшее время должны утеплить мы эти все стены, зашить их УСП-шкой, и от вас мне совет, друзья, нужен по поводу, как мне поступить дальше. Колотить ли хауберг, оставить ли его на весну, хотя вроде как производители хауберга говорят, что без проблем колоти, никаких проблем не будет, все нормально. Главное, чтобы он, хауберг, вылежал около часа в теплом помещении, после чего можно его смело использовать на улице. Он, друган, поел, сейчас будет помогать мне. Да, кстати, использую я техноблок Технониколь. И помните, у меня еще в весенних видосах был промокод. До декабря 31-го 2021 года. До 31 декабря 2021 года вы смело можете его использовать. Вот тут я его напишу, еще ссылку в описании дам. Ну, это так, просто для кому надо. Кому не надо, забудьте об этом. Там, по-моему, Технониколь и еще пленки. Пленки тоже, по-моему, да. Да. А, на пленке другой промокод. Тоже в описании. Так, ну, вроде все, что знал, рассказал. Еще один момент. Должен об этом сказать. Если у вас в семье есть лабрадор или собака на улице, друзья, вот такую штуку он может вам наворотить. Хорошо, что у меня эти автоматы были отключены. Это у меня идет фаза на баню. Ну, в общем, вот такое он натворил. Изгрыз провод. Теперь буду что-то тут придумывать. Он так был короткий, а теперь придется еще укорачивать. Пока вот так закрыл, чтобы никто сюда не лазил. Да, друган, любишь ты грызть все, что можно? Любишь, мужик. Ну все, начинаем утеплять ватой, а вы смотрите. Так, в прошлых видосах я вам рассказывал о том, что лучше использовать желтые саморезы. И, ну, в этом фильме я реально немножко Короче, веду себя неправильно. Желтые я не нашел, пришлось взять черные. Ставлю их. Не совсем это хорошо, не советую так делать, но я сделал так. А более расширенную версию установки хауберга и утепления фасада вы можете посмотреть в плейлисте, который, по-моему, называется «Утепление дома». Что-то такое. Кстати, справедливый вопрос, который, скорее всего, появится в подсознании многих из вас. Потому что я видос так начал не совсем правильно. Сколько же кубов газа ты истратил за месяц, Денис? Так вот, друзья, с 8 октября, когда я запустил газ, до 8 ноября, когда прошел месяц, у меня ушло 430 кубов газа. При том, что холодных дней была всего лишь неделя минус 20. Да даже неделя, дня 4, наверное, было минус 20, минус 15. Вот сейчас на улице минус 4. В принципе, с 8 октября по 8 ноября средняя температура именно такая и была, минус 4, минус 5. А минус 20 было только вот несколько дней. Предполагаю, что максимально, наверное... Хотя нет, давайте не будем ничего предполагать. Давайте утеплим дом, потом я вам что-нибудь еще расскажу. У меня очень много спойлеров, но я что-то не хочу их закидывать. Я вам буду лучше показывать в видосах. Поэтому, если кто-то из вас не подписан на канал, я советую
кликнуть на эту кнопочку, потому что скоро будут очень интересные темы. Да, много. И внутренние, и наружные по-разному. Будем и внутри утепляться, и снаружи отопляться, и так далее. Продолжаем работу. Что могу сказать таким образом, друзья? Прогнали эту сторону. Электрика там пока, там будет датчик движения, прожектора. Точно так же, как и на фасаде. Кстати, заметьте, колевало, которое отлежало, отстояло лето, и которое только что установлено. Есть небольшая разница. Видно, что которое отстояло весь сезон, у нее появились какие-то небольшие такие выбоинки. Но это не страшно совершенно. Это очень крепко и надолго. Проблем никаких нет, но тем не менее, долго, наверное, не стоит просто на улице держать. Для тех, кто еще не видел наш канал, друзья, мы используем Технониколь Альфа-Вент. Это гидроветрозащита, которая очень хорошо держит. Единственный момент, опять же скажу, вон там, смотрите, вот здесь, когда делали весной, то вот эта ветрозащита у нас отстояла, отлежала весь сезон, можно сказать. И смотрите, немножечко она, конечно, разрушается. И, кстати, изготовитель сам говорит о том, что нельзя ее держать более 3 месяцев на солнце. Ультрафиолет на нее влияет пагубно. Поэтому, но опять же, она, наверное, больше полугода провела на солнце. В апреле же закончили все эти мероприятия по фасаду. И начали бить с той стороны хауберг. Поэтому вот она была не закрытая полгода, я считаю. Больше лучше не держать. Но больше 3 месяцев она точно отлежала и не разрушилась в хлам. То есть она так же держит, я ее завернул и пропустил дальше остальную мембрану. Решил, что вот эту колонну закрывать не буду. Она будет так подчеркивать стену. Потому что если прямо сейчас закрыть это все глухоту, будет некрасиво. И здесь сделаю какой-нибудь такой консоль какую-нибудь интересную придумаем. Вентиляция – обязательное условие. Должно вентилироваться все пространство под вентфасадом. Для этого я беру вот такой брусок, поднимаю всю конструкцию. Так, хоп, ставлю брусочек и подставляю вот так. И к стене вплотную. Проверим. Ну-ка. Во, идеально. Вот такие штуки я использую. Вот, золотые. Они не ржавеют, с ними удобно. И один из важных моментов, они не ломаются. С помощью лазерного уровня сейчас отмечаю все точки и отпиливаем. Потом будем ОСП-шку прикреплять. Так, некоторые повествования, которых нет вообще в предыдущих роликах. Друзья, смотрите. У листов ОСП, как оказалось, чего мы не знали совершенно, но я это заметил с процессом работы, когда-нибудь я вам расскажу о минусах и плюсах Хауберга, но сегодня именно вот об этом. У них есть очень большое линейное расширение, то есть на жаре он увеличивается, на холоде он сужается. И чем меньше листы, тем меньше линейное расширение. Ну, это логично. Соответственно, клочки, которые у вас остаются, вообще не волнуйтесь, что у вас они остались. Их очень легко гнать в подоконники, в такие проемы. И они будут вам там просто незаменимы. Это хороший момент. Но вот, например, в данном случае у меня получилось чередование, да, вот такого узкого с широким. И поэтому я просто сейчас сделаю здесь наоборот. Будет здесь широкий, тут поуже и так далее. И потом погоним уже листом.
А тем временем, пока мы занимаемся замечательными работами по стене, ко мне, как из предыдущего видео я и говорил, Александр отправил машину с стеклопакетом. Вот. Давай, давай, все хорошо. Я просто, когда предыдущее забивал, у меня, ну, лопнуло стеклопакет. А, это, так, это поменять, сейчас я вам отдам. Это то, что мне надо было поменять на другую сторону. Да, конечно, в машине вести было стеклопакет крайне тяжело. Мне чем помочь? Вообще ничем. Вообще ничем? Это хорошо. Ну все, у нас теперь веранда приобрела прям монолит. Полностью, как надо. Еще один законченный элемент настройки. Чего, Джексон, а? Съел минвату сегодня, представляете, взял просто ночью и целый рулон минваты. Вот этот товарищ у меня взял и просто распотрошил, да? Сделал себе там лежанку. А я еще утром выхожу, у него нос стекловатый. Как хорошо иметь черного напарника. Вот он вечером просто решил, что у него будет классная берлога. Лежит, чувствует свою вину. Раздербанил мне целую пачку техноблока. Теперь мы знаем, да, что мыши не селятся в ней, а собаки с удовольствием. А используете какие-то специальные инструменты или обычно так молотком делаете? Молотком с деревянной ручкой так. А киянкой, да, которая? Нет, прям деревянный молоток с деревянной ручкой. Понял, значит, я правильно делал. Ну, я только с резиновой, вот такой же. Так, ну а вообще, вот как профессионал, про установку, какую оценку поставите? Вот здесь? Да. В принципе, нормально. Нормально? Я не знаю, как можно было... Раздолбить стеклопакет? Нет, 24-й, это крайне редко. Ладно, 40-й, 38-й еще как бы. Так, я говорю, вот из-за этой пластмасски, она, получается, под стекло залезла. Я когда долбить начал, это уже в темноте было вечером. И у меня просто он щелкнул по краю, и все. Огромное вам спасибо. Пользуйтесь на здоровье. Профессионально и быстро. Спасибо вам большое. Так, вам сейчас вернуть замок или я Александру потом завезу? А, с Александром потом решите все. Все, я ему завезу. Огромное спасибо. Расскажи пару слов про компанию Талиман. Отличная компания. Александр, если смотришь этот видос, огромное спасибо. Ну, просто спасибо. Человеческое. Огромная человеческая моя благодарность. А мы продолжаем с вами делать стену дальше. Получилось, конечно, это просто... Я ее слепил из того, что было. Но, с другой стороны, как по правильным требованиям говорится, мы сделали все, на самом деле, очень хорошо. Во-первых, у нас косынки все выполнены правильно. Нет никаких здесь стыков. Это во-первых. Ну и во-вторых, перехлёст швов идет тоже везде такой интересный, нормальный. Ну и я старался делать листы поменьше, для того, чтобы линейное расширение сильно на них не влияло. Ну, осталось теперь все это дело нам заколотить хаубергом, что мы и начнем делать в ближайшее время. А еще в ближайшее время я обещал, что мы с вами это все дело отстреляем тепловизором. И многие в комментариях написали, как ты будешь тепловизор стрелять по вентфасаду. Друзья, конечно, не буду стрелять. Да и тем более мне не надо смотреть, как вентфасад выполнен. Я изнутри все и пойму. То есть по углам, по стенам, по кровле, по подвалу, все проверим. Но для того, чтобы это делать, надо дождаться, чтобы на улице хотя бы было минус там 15. Сейчас на улице жара, сегодня сколько, наверное, плюс 5. Поэтому все это сейчас даже и не понять. Так что дожидаемся холода и делаем. Так, ну а мы сейчас переставляем леса уже вот на эту стену, на каркаску. Это стена веранды, я тоже хочу ее обработать. Вот этот утеплитель, который собака сгрызла, и еще у меня там кое-кое есть. Сейчас запихаем сюда, и все будет нормально. И ОСП-шкой закроем. Ну, в общем, вот как-то вот так. Вот так, как-то вот так, и получается прикольно. Возможно, меня сейчас поругают за отсутствие разных мембран, пленок и всего остального. Но, друзья, прежде чем это делать, учтите один главный момент. У меня в дальнейшем здесь будет пристроена стена из пеноблока. То есть то, что я сейчас сюда приделаю ОСП-шку на холодную веранду, которую не надо будет прогревать, да? Я потом ее уберу, и это будет являться внешней частью пеноблочной стены. То есть потом мы просто пеноблочную стену пристроим вдоль. Здесь у нас баня будет, кто знает. А сейчас пока ОСП-шкой временно прикроем. Все. Друзья, вот столько снегу у нас насыпало буквально за 3 дня.
просто завалило все. Утеплили веранду, зашили ее. Зашили вон ту сторону. У меня кончился брусок. Сейчас брусочек докуплю и останется вечно лающий пес на всех. И останется зашить вот этот уголок. Дверь мы тоже пока похороним туда в вату. Пусть она просто будет утеплена. А когда начнем строить баню, мы это все откроем. Ну супер, а все, можно хауберг долбить. Но я жду, когда устаканится уже погода, станет устойчивой. И тогда мы им займемся. Сейчас повешу пока сюда прожекторы, чтобы было уже светло, нормально. Ну и чтобы проводка так не торчала. О, друзья, морозец на улице, но меня это радует, потому что... Дайте наушники сниму, а то ору, ору как непонятно кто. Меня это радует просто потому, что, во-первых, я нахожусь в своем доме теперь. Я здесь живу. И мне не надо сюда приезжать по выходным только и работать быстрее, успевать за эти два дня. Кстати, хотел показать вам, как газ работает. А вот его отсюда уже видно, он дымочек идет, газ работает, в доме жара. Вон, видите? Из этого. Ух, ничего себе, только сейчас увидел. Смотрите, вентиляция-то как сосульками вся обросла. Нифига себе. Вот этот вопрос надо мне узнать, что это такое. Вон, вся в сосульках. Это вся, я понял, в чем проблема. Это, скорее всего, колпак, о котором мне говорили, что ни в коем случае нельзя его вешать на котел. Наверное, колпак, в него бил пар и куржаком вентиляцию обрубило. Надо лезть смотреть. Ничего себе. Давай, все, давай. Апорт! Неси, друган. Вот кто говорит, что собаке надо жить в доме, что на улице ей неправильно, он нежится просто в снегу, и он кайфует там. Не знаю. Ему нравится? О, ничего себе. Это вот последствия ветра. Такие. А, ну и подытожим. Друзья, я был очень рад вас сегодня видеть. Увидимся с вами буквально через пару дней. Все, до скорых встреч. Всем пока-пока.